Для большинства мужчин праздник 8 марта – это стресс. Что подарить, где купить, а понравится ли подарок – самые частые вопросы, возникающие в голове сильной половины человечества. Но каким бы ни был подарок, обязательным дополнением к нему считается букет цветов. В новом проекте национальной телерадиокомпании «Чувашии» «Будильник-шоу» флорист Юлия Чащина поделилась секретами создания праздничного букета и рассказала о том, какие и кому букеты дарить не стоит. Юль, кому такой букет дарить? Для кого? Скорее всего, это букет для молодой девушки со вкусом, так что ли. Незамужней, мне кажется, может да? Может быть, да. Только из-за того, что он очень легкий, воздушный. Но я всегда говорю, не нужно лишний раз женщине говорить о ее возрасте. Если женщина в 60 лет дарить ей 100 роз бордовых, для чего? А есть ли какие-то все-таки ограничения, когда тебе нравится какой-то букет, а вот его нельзя дарить тому или иному человеку? Или все-таки это все условно? Я думаю, что это все условно. И про желтый цвет это тоже все условно.